очень красивые палисадники. И я нахожусь в районе, который располагается рядом с каналом. Это средненемецкий канал. Очень красивый район. Достаточно дорогие квартиры в этом районе. Но он тихий, спокойный. И думаю, что в Ганновере почти все хотели бы иметь возможность жить вот в этом районе. Конечно же, не у всех есть желание даже иметь свою квартиру, свой дом. Не у всех людей есть такое желание. И это желание связано с тем, что люди не получили хорошего образования. И когда человека выгоняют с работы, то 6 месяцев ему платят пособие по безработице. А затем пожизненно ему могут платить социальное пособие. Независимо от того, ищет он работу или нет, конечно же, человека могут принуждать к поискам работы, стимулировать его в этом вопросе. Но это не всегда бывает легко сделать юридически, потому что человек может сказать, что он болеет. Вот по каналу сейчас, кстати, двигается баржа. Мы ее сейчас вот видим. Вот такой вид красивый очень. И закон квартир, домов, которые находятся вдоль канала, эти баржи вызывают, конечно, приятное ощущение движения и жизни. Вот. По вот этим дорожкам можно ездить на велосипедах, можно бегать по утрам. Очень красивые места, зеленые места. И, конечно, это чудесное место для проживания. Многие могли бы только-только мечтать об этом, чтобы жить вот в таком месте, в таких местах.